Исполняющим обязанности КП основания стал Алексей Гавриков. По словам городского головы, Алексей Гавриков хорошо знаком с жилищным хозяйством. Также были назначены главный инженер основания и замдиректора по производству. Но при этом городской голова отметил, концепция реформирования ЖКХ изменена не будет. В средствах массовой информации. И про Гаврикова Алексея Алексеевича. Это человек, который имеет большой стаж работы в жилищной сфере, общий стаж 33 года. В том числе 7 лет он руководил жилищным объединением номер 6, которое обслуживало жителей Хортицкого района. Это депутат городского совета,